Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Что происходит с капризной погодой и каким метеоявлением нужно быть готовым жителям разных регионов нашей страны? С прогнозом погоды на телеканале «Магия кухни» с вами я, Кристина Шепель. Здравствуйте! Давайте узнаем о погоде на вторник, 4 сентября, а в конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах савойской капусты. На юго-западе страны в Актау жители насладятся теплым ясным днем. Температура воздуха в светлое время суток плюс 25-27 градусов, ночью плюс 15-17, геомагнитное поле с незначительными колебаниями. В одном из крупнейших индустриальных и культурных центров страны, городе Актобе, малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов, ночью будет плюс 15-17, атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба. На границе между Европой и Азией в городе Атырау будет солнечно и тепло. Днем столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов, ночью 13-15 выше нуля. Геомагнитное поле с незначительными колебаниями. В центре космических разработок в городе Байконур продолжается череда теплых, ясных дней без осадков. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов, ночью 16-18 тепла. Северо-восточный ветер порывами до 7 метров в секунду. На побережье озера Балхаш в одноименном городе будет ясно. Светлое время суток плюс 19-21 градус, ночью плюс 11-13. Северо-восточный ветер со скоростью до 7 метров в секунду. Жители и гостей города Жезказган вторник порадуют ясной солнечной погодой. Температура воздуха днем плюс 17-19 градусов. Ночью 7-9 тепла, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В городе, который имеет орден Трудового Красного Знамени Караганде, 4 сентября будет малооблачно. Температура воздуха днем плюс 17-19 градусов, ночью 7-9 градусов тепла, относительная влажность воздуха 33%. Кокшетау прогнозирует переменную облачность без осадков. Температура в дневное время плюс 22-24, ночью 10-12 градусов выше нуля. Влажность воздуха 45%. В Костанае температура повысится. Во вторник жители города ожидают дождливый осенний день. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса, ночью 12-14 тепла, геомагнитное поле с незначительными возмущениями. У берегов реки Сырдарья в городе Кызылорда будет ясно и тепло. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов, ночью ожидается 14-16 тепла. Ветер северо-восточный со скоростью 8 метров в секунду. На северо-востоке республики в городе Павлодар ожидается ясный солнечный день. Температура поднимется до отметки плюс 17-19 градусов днем, ночью 6-8 тепла. Относительная влажность воздуха 36%. В Петропавловске прогнозируется долгожданный день без осадков. Воздух днем прогреется до 20-22 градусов. Ночное время суток будет плюс 9-11. Геомагнитное поле с небольшими колебаниями.
Над рекой Иртыш в городе Семей ясно и солнечно. Столбики термометров днем покажут 20-22 тепла, ночью плюс 11-13 градусов. Геомагнитное поле в пределах нормы. В предгорьях Джунгарского Алатау, городе Талдыкорган, синоптики прогнозируют ясный осенний день без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ночью столбики термометров покажут 8-10 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 712 миллиметров ртутного столба. В городе Тарас снова будет тепло и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25, в ночное время 6-8 градусов тепла. В казахстанской магнитке городе Темиртау ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов днем, в темное время суток 7-9 со знаком плюс. В городе Туркестан, главной достопримечательностью которого является мавзолей Ахмета Ясауи, ожидается жаркий малооблачный день. В светлое время суток воздух прогреется до 27-29 градусов, ночью плюс 12-14. Жители города Уральск ждет теплый день, временами облачно. Температура воздуха днем 27-29 градусов со знаком плюс, ночью плюс 17-19. Геомагнитное поле с незначительными возмущениями. В Усть-Каменогорске вторник будет теплым и безоблачным, осадки не ожидаются. В светлое время суток воздух прогреется до 19-21 градуса, ночью плюс 8-10. В городе республиканского значения Шымкенте день будет солнечным и безоблачным. Днем столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов. Темное время суток 13-15 со знаком плюс. В Акибастузе 4 сентября ясно и без осадков. Днем плюс 21-23 градуса. Ночью синоптики прогнозируют 7-9 тепла. Относительная влажность воздуха 36%. Алматинцев ждет теплый осенний денек. Ожидается небольшая облачность. Температура воздуха плюс 18-20 градусов днем. Ночью 9-11 выше нуля. Геомагнитное поле с незначительными возмущениями. В столице нашей страны Астане синоптики прогнозируют малооблачный день без осадков. Днем плюс 20-22, ночью 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 739 миллиметров ртутного столба. В любую погоду заботьтесь о себе и о своих близких. Питание должно быть не только умеренным и регулярным, но и разнообразным. Включайте в ваш рацион побольше полезных продуктов, например, савойскую капусту. Впервые она появилась в итальянском графстве Савоя, что и повлияло на ее название. Крестьяне этого графства впервые стали выращивать этот сорт капусты. У нас в стране она известна с 19 века. Савойская капуста богата витаминами, аминокислотами и углеводами, а также пектиновыми веществами. Еще в ней содержится глутатион, который является мощным природным антиоксидантом. Он защищает организм от вредного влияния канцерогенов, укрепляет иммунную систему и предотвращает старение клеток. Это ценный диетический продукт и единственный вид капусты, который содержит спиртманид, заменитель сахара для диабетиков. Также савойская капуста предупреждает повышение кровяного давления, особенно полезна для детей и пожилых людей, так как она легко усваивается организмом.
Из этой капусты получаются отличные супы, борщи, голубцы с мясом, начинкой для пирогов и запеканки. Из этого ценного овоща можно приготовить самые разнообразные блюда, отличающиеся изысканным вкусом. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Кристина Шепель. До встречи! Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», метеопрогноз «Облачная кухня».